Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствия, я Александр Манкевич. И сегодня я хочу осветить такую тему, как советская мелочь. Друзья, ежедневно получаю огромное количество вопросов, сколько же стоит советская мелочь. Ребят, прежде всего хочу вам сказать, что существует мелочь обиходная, которая была с 1918 года по 1991 год. С разделением до реформы, до 1961 года, и после реформенные монеты. Также существует мелочь юбилейная. Юбилейные рубли, юбилейные копейки. Я специально для своих подписчиков, для своих покупателей составил вот такую вот брошюрочку. Под этим видео будет ссылочка на мой Viber. Вы можете написать мне на Viber и задать вопрос о таблице, и я вам ее вышлю. Я ежедневно покупаю огромное количество мелочи по 60 гривен килограмм. Люди приносят реально ведрами, реально приносят огромными количествами. Я покупаю в день больше 10 килограмм советской мелочи. Потом вы можете у меня купить эту мелочь, перебранную по годам. Ну, допустим, вы собираете вот такую вот погодовку и можете купить эту мелочь поштучно от 50 копеек. И доходит советская мелочь, специально в таблице вы увидите, до 1000 гривен. Здесь по годам я указал, какие стоят дорого, какие стоят дешевле. Поэтому задавайте вопросы, пишите на Viber, я вам эту таблицу скину. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. С вами была Лавка Удовольствия.